Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте Геральта, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас. Принесем, сука, кожи. Потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Пога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямый. Ну пусть идет. Только пусть вернется. Хы, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, или ты ничуть не изменился. Чуй, тролль сразу смердишь, как гнилая капуста. Как живешь? Как картофельное моль. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Ну, будь. Я, сука, уже есть.